В детском саду села Чижемто большой праздник. Там завершен капитальный ремонт пищеблока. Об этом сегодня сообщают наши коллеги с Колпашевского телевидения. Все работы были выполнены всего за один месяц. Стоимость ремонта составила 750 тысяч рублей. Подрядчики поменяли систему водоснабжения, провели отделочные работы всего помещения. Новое теперь и сердце пищеблока. При спонсорской поддержке газовиков закуплено современное оборудование для приготовления пищи. Оно позволило улучшить качество блюд и расширить их ассортимент. Рады и юные жители Чижемто, и повара. Современные холодильники, стеллажи, мойки, бытовая техника и, главная гордость – пароконвектомат. Пароконвектомат, его зачипировали так, что он позволяет даже выпечку. То есть мы теперь на пароконвектомате не только просто готовим, а вторые блюда к полднику, но и выпекаем продукцию.